творческий экзамен закончился. Ты учишься здесь, и ты изучаешь самые главные основы твоего будущего профессионального ремесла. Классический танец, народно-сценический танец, современный танец и, конечно же, многообразие теории и истории всевозможных хореографических и не только хореографических видов искусств. Ты будешь изучать основы медицины, основы биомеханики, физиологии в хореографии. Ну и, конечно же, проходить практику в лучших коллективах Белгородской области. Лучших коллективов города Белгорода ты сможешь получить самый главный навык профессионального мастерства. Это стать крутым, востребованным, ну и самое главное, профессиональным балетмейстером, постановщиком хореографии. Друзья, и самый главный вопрос, а кем я буду, кем я стану? Вы можете стать прекрасным танцовщиком, профессиональным артистом балета. Возможно, вы станете прекрасным руководителем, замечательным менеджером хореографического коллектива или школы танца. Ну и, конечно же, самый главный навык хореографа, постановщика – это балетмейстерское ремесло. Все выпускники кафедры хореографического творчества Белгородского государственного института искусств и культуры имеют навыки и необходимые компетенции, которые проявляют и показывают на всех сценических площадках нашей большой и огромной страны. Друзья, присоединяйтесь к нам, и вы станете настоящим мастером и профессионалом своего дела.